Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня вот у нас такая вот погода слякотная. Видите, вот на улице туман какой-то, мелкий дождичек. Вот я сейчас еду на работу. Хочу вам показать, что мы делаем в ателье, что у меня за работа. Вот такое платье клиентка заказала. Такое платье у нас шит 7000 тенге. Это шьет моя работница. Вот видите, какое платье интересное. Впереди кармашки. Очень удобно на лето. Оно без рукав. А вместо воротника хомут. Еще мы шили вот такой длинный жилет с юбочкой. Вот такой вот. Так выглядит, с такими карманами, с прорезными, удлиненный. Английский воротник и прямая юбочка. Вот такой комплект стоит 12 тысяч тенге. А еще у меня заказали вот такое платье. Вот такое нарядное платье. Оно выше колен немножко, расклешенное, украшенное тесьмой блестящей, по горловине и по низу манжет. Шьется такое платье из шифона, из крепа, из шелка струящегося какого-нибудь. В данном случае клиентка вот принесла шифон более плотный. Ну, чтобы она немножко держала форму. Вот сейчас я буду кроить это платье. Вот я разложила ткань. Сейчас буду кроить платье. А тут Света принимает вот реставрацию. Там что-то объясняет. У вас сейчас нет с собой ремня? С брюками у него там проблема. Вот не знаем, как решить эту проблему. Сейчас может что-нибудь решить. Да, чтобы вы видели, и все, остальное фигня. Потом будет готово. И чё? И чё? И чё за? Не делай такое лицо грустное. У кого? Ты. Ты всегда веселая же. Она же снимает. А, Оля? Чё ты так глаза вытаращила? А это мне, что ли? Чё вытаращила? Я обыкновенные глаза. Чё ты хочешь, Оля, сделать с этим шарфом? Я хочу скомбинировать, чтобы он стал такой шикарный, большой. Один будет бело-серого цвета, да. А, ты хочешь пришить? Да, соединить вот так и всё, да. Получится цельный, понимаешь, да? И такой широкий шарф будет? Да, такой широкий шарф будет. Все ясно. Ну, сейчас мы тебя прострочим. Давай. Это не правда. Так, вот мы мерим платье здесь. Лариса вот мерит. Оля, скажи привет. Привет! Хай-хай! Хай-хай! Вот такая веселая клиентка у нас. Вот это небольшой обзор моего ателье. Ну, сейчас у нас мертвый сезон. Работы мало. Январь-февраль. Вот, вот так вот потихонечку мы реставрируем, занимаемся пошивом. А активный сезон – это у нас летом и осенью. Когда дети идут в школу, студенты там, сезон свадеб, тогда уже работы побольше. Вот такая вот моя работа. Так что пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания!